В один день росгвардейцы Муравленко пресекли сразу два нарушения закона. Задержали нетрезвого водителя и мужчину, подозреваемого в грабеже. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники получили сообщение, что по улицам движется автомобиль, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Через считанные минуты патруль обнаружил машину на стоянке в районе Дома культуры Украина. За рулем оказался 32-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе разбирательства также выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения. А через несколько минут на пульт вневедомственной охраны поступило еще одно сообщение. В продуктовый магазин «Гастроном Мини» на улице Ленина вбежал молодой человек и, похитив деньги из кассы, скрылся в неизвестном направлении. Было сообщение о том, что совершен грабеж. Наряд группы задержания при получении сигнала тревога было доведено описание предполагаемого преступника. Наряд группы задержания в составе Андрея Владимировича Глухова и Николая Евгеньевича Колпакова. Ими были предприняты все меры для выявления и пресечения данного преступления. Находясь на маршруте патрулирования, был выявлен гражданин, схожий с указанными предметами в ориентировке. Грабитель был задержан. Им оказался мужчина 1988 года рождения, житель Екатеринбурга, неоднократно судимый. В момент совершения грабежа он был в состоянии опьянения. Как оказалось позже, два преступления были взаимосвязаны. Ранее задержанный водитель автомобиля был подельником грабителя и просто ждал его на стоянке, когда тот совершит преступление.